Глава региона поделился видео рабочей поездки в Кировск, которая состоялась в августе. За это время, впрочем, произошли два события, которые непосредственно влияют на жизнь города. Это подписание соглашения на строительство жилых домов и открытие новой канатной дороги на Южном склоне. Далее без комментариев. Мы активно вкладываемся в его развитие, активно вкладывается в развитие наш партнер ФосАгро в рамках нашего соглашения, которое заключено. И, например, 21 дом, квартир у нас монтирован, как центр Мурманска приводим в порядок. Здесь тоже архитектурную подсветку делаем и так далее. Значит, большое количество дворов отремонтировано, больше 50. Общественное пространство, где мы были, на сквере. Один из лучших проектов, который Минстрой федеральный оценил. И, причем совмещение и общественного пространства, и дворовых территорий. Очень удобно. Это сделано красиво. Парк городской до этого преобразили. В центре города много чего делается. Ледовая арена, патит-арена, которая построена. Дорог много сделали. Общественный транспорт на 100% обновлен. Поэтому то, что город изменился, это очевидный факт. И изменился, и стал еще краше, милее. Здесь активно развивается инвестпроект. И база, связанная с добычей и выработкой апатитового концентрата, Вудьявр, проект горнолыжного комплекса, который постоянно находится в развитии. Горнолыжная школа для молодых наших спортсменов, по оценкам специалистов, лучшая в стране. Поэтому мне нравится, как изменился город. Большевик, который мы сейчас делаем, тоже будет точка притяжения. Но вопросы, если раньше были вопросы тяжелого бытового плана, связанные с инфраструктурой, с благоустройством, то сейчас мы видим, что этих вопросов тут нет. Люди уже во многом говорят о сохранении памяти и, конечно, о дальнейшем развитии. Этим мы занимаемся. Поэтому я доволен то, что делается. Я еще раз хочу сказать слова благодарности нашим партнерам, когда компания действительно занимается тем городом, в котором она находится. Это очень важно. И соглашение, которое заключено, оно находится в активной стадии исполнения. Город будет развиваться, жить, становиться еще краше. И в том числе четкий план развития зафиксировано в том мастер-плане Апатитской Кировской агломерации, который я на прошлой неделе президенту докладывал. Поэтому у нас есть четкий план развития, мы будем по нему двигаться.